Здравствуйте, друзья и гости, с вами Елена. Предлагаю приготовить плов из гречки. Очень вкусный, рассыпчатый и сытный. Плов из индейки и гречки хорошо приготовить на обед или ужин. Для этого нам потребуется 500 грамм индейки, 1 морковь, 1 луковица, 200 грамм гречки. Лук нарезаем полукольцами, морковь соломкой. Казан или кастрюлю с толстым дном кладем топленое масло. Нагреваем его и кладем мясо. Обжариваем со всех сторон до золотистой корочки. Далее кладем лук, обжариваем до прозрачности и закладываем морковь. Все вместе жарим 5 минут. Солим, кладем перец, кориандр, паприку, добавляем гречку и на 1 стакан гречки 2 стакана кипятка или куриного бульона. Накрываем крышкой и варим на большом огне 5-7 минут. Затем с краев гречку собираем в центр, выпускаем всю влагу, выключаем огонь и держим под крышкой 5 минут. Гречка должна набухнуть. Вот такой получился у нас плов из гречки. Гречка очень рассыпчатая, мясо очень мягкое и сочное. Очень вкусно, советую приготовить.